Две золотые медали и три бронзовые завоевали мастера кожаной перчатки Дагестана на чемпионате СКФО по боксу. Соревнования прошли в Грозном. Чемпионами в своих весовых категориях стали Курбан Байрамбеков и Магомед Мурат Арсланбеков. Среди призеров соревнований Арсен Махмудов, Али Ахмадов и Ахмед Абдулкадыров. Обладатели 10 комплектов наград определили около 100 спортсменов. По итогам турнира наставники сформируют команду округа для участия в чемпионате России. Пройдет он с 26 августа по 5 сентября в Кемерово.